Конечно, для Грузии это очень знаменательный день. Мы всегда 26 мая отмечаем. Тем более, что в этом году уже 100 лет исполнилось. Сердце радуется, много людей. Я всем поздравляю и в Грузии, и за рубежом. Я хочу всех поздравить с этим праздником. Это величайший праздник для нашего народа. И я очень горда тем, что вот сейчас вижу улыбающихся людей. И просто вот настроение прекрасное. Я хочу немножко историю, в общем, рассказать интереснейшую. Потому что вот люди всегда отмечали этот праздник тайно, когда это было нельзя. И вот они делали, знаете как, вот они проводили, грузины проводили, значит, соревнования, приза, и назвали это призом Берия, в честь Берия. И, значит, они устраивали, значит, всадники выходили в национальных костюмах, и, в общем, они проходили по проспекту и все такое. Но потом это узнали, и их наказали. Но самое главное, что этот дух был всегда сохранен, и люди всегда отмечали этот величайший праздник, потому что праздник независимости всех государств, это очень важно для каждой нации. Я поздравляю всех от души и желаю всего наилучшего. Спасибо.